богатый папа, бедный папа, кто прочитал эту книгу? Вот поднимите руку. Супер. Я о ней не знала, и если бы не сетевой бизнес, я бы, наверное, ее не прочитала. Это только, ну, как бы одна, да, речь. У нас там вот есть книжки, они там по смешным ценам. Если кто-то кому-то интересно, это не книги от Лэр. Это книги, просто развивающие книги. Купите, почитайте, поверьте, вы вкладываете деньги в себя, в свое, развитие. Это наш, вот смотрите, первый, ну, один из первых семинаров в другой компании. Мы сидели, это огромный зал, это как наш метеор наподобие. Мы сидели на галерке, билеты стоили намного дороже, чем 50 гривен. Мы сидели, бывают залы холодные, мерзлые, мы ехали, ну, в общем, это не передать словами. Тут была наша команда. В общем, было очень интересно. И вот к нам в жизнь пришел Лэр, постучался. Пришел, постучался к нам с большими переменами. И вы знаете, спасибо большое моему мужу, что он слышит, видит и разбирается, да, в предложениях, потому что мы знали, что предыдущая наша компания, она надежная компания, но, к сожалению, поздно. Мы не заработаем тех денег, которых мы хотим заработать. Мы не достигнем того успеха, ну, может быть, кто-то и достигнет, но при этом надо положить очень большие усилия. И еще раз скажу спасибо Сережке, что он услышал, да, и готов был рассмотреть предложение от ЛР. И в очередной раз пришел домой и говорит, надо принимать решение. Мы переходим в другую компанию. И для нас это был такой, вы знаете, очень большой шаг, потому что мы просто были, наверное, морально к этому не готовы. У нас была команда, у нас были люди, у нас были отношения со спонсорами, у нас тут все было хорошо, у нас были слаженные отношения, у нас была команда. И переходя в эту компанию, мы должны были ее проверить. Мы взяли себе опять, да, пакет товаров, которые мы попробовали лично на себе. Мы стартанули, вылетели на 2000 гривен. Мы взяли все попробовать, помазать, пощупать, потрогать, чтобы понимать качество, что предлагает Лэр. И мы не разочаровались, наоборот, мы были рады, что мы в этой компании. Андрею Евгению Харольским большое спасибо за это, что они нас позвали. Хотя Сережку, он пошел разбираться с этой компанией сам, без меня. У нас, получается, я говорила, что Лэр пришел с большими изменениями. Я узнала, что мы будем мамой и папой, беременными людьми, нам предложили прийти в эту компанию. Мы поняли, что у нас все только начинается, и что надо быстро действовать. И если вам кто-то говорит, что я беременная и ничего не могу делать, то, ну, не знаю, может быть, кто-то когда-то приводил меня в пример где-то последнего месяца, может быть, кто-то кому-то это будет смешно, но я на последнем месяце проводила встречи. И были такие у нас дни, когда мы с Сережей по 4, там, Сережей больше встреч, я там 4-5 встреч, мы проводили в Москве, в Корплайфе, мы постоянно были в такой суете, в беготне, дома я не сидела, я как-то беременность какую на легкость у меня прошла, так вот. Как-то незаметно, даже не знаете вообще, когда я родила и села дома, у меня вот какой-то ступор случился. А что вообще произошло? Что случилось? Здесь мы делали быстрые старты, нам обещают часы. Андрей Веденьев, это вообще замечательный человек, которому мы спасибо ему большое за сегодняшний онлайн. Кому понравилось вообще, как он зарядил ступор? Скажите, это бомба. Нам вчера Сережа посчастливилось консультироваться с этим человеком. Ну ладно, чуть-чуть позже об этом скажу. Генри Хэнман, как вчера один из парней приглашал на бизнес-день, он сказал, что вот, ваш гуру. Ну, гуру не гуру, а человеку нужно чему научиться, самый быстрый президент, это человек, который говорит все с толком, с чувством, с расстановкой. Вот я так считаю. И он сам по себе очень влиятельный мужчина, опять же, женщина. Вот. И он, ну, супер. Я очень рада, что у нас есть возможность обучаться таких людей.
Это наше первое достижение, мы младшие менеджеры, мы так, как-то мы так, вы знаете, такую волну и дошло, у нас все, мы быстро, у нас есть, знаете, в бизнесе взлеты, какие-то падения. Бывают моменты, когда, да, мы не всегда, у нас нет начальника в этом бизнесе, не всегда мы можем быть на волне, да, у нас есть моменты, когда родился ребенок, он требует внимания, не всегда мы в состоянии, просто, мне иногда просто не хочется ничего делать. Вот как Юрий сегодня говорил, делайте каждый день, но тут же вас никто не подгоняет. Надо самому себя постоянно как-то подпихивать под зад, вставать, идти, и что-то делать, и заставлять. Поэтому вот старайтесь придерживаться того, что Евгений нам сказал. Старайтесь делать этот бизнес постоянно. Старайтесь в него вкладывать время столько, сколько вы можете, поверьте, но потом догонит, и все вам вернется. Вы потом будете отдыхать, вы потом будете посвящать время себе, своей семье, своим детям, своим мужьям, кому угодно, своим родителям. Да вообще, благотворительностью заниматься. Кто еще хочет заниматься благотворительностью? Поднимите руку. Это моя мечта. Я бы хотела помочь всем, и животным, и детям, и больным. Вы знаете, что наша команда, Андрей, Евгения, тоже мы все собираемся, и бывает с периодичностью, мы вот помогаем детским домам. То есть если кто-то есть желающий, мы всегда всеми, вот буквально недавно мы возили вещи, кто-то с финансовыми средствами помогал, кто-то вещами, в общем, кто чем может. Вот, поэтому делайте просим, участвуйте, это очень хорошо. Вот мы были с Сергеем ведущими на одном из форумов, у нас в городе Днепропетровск, как нам сказали, ведущих мы трое, где мы их не понял, мы зачем трое, вот раз, вот два. А где я так вот стояла с ним лицом, а я вот так, увидел небольшой живот, улыбнулся, сказал, ну ничего, сразу дает. Поэтому Тимофей со мной был с самого начала, и он будет в теле, это точно. Это мы 16% менеджерами признавались. Очень приятно, что на сцене у нас тоже были наши партнеры. Это очень важно. И поверьте, о каждом из наших партнеров я могу говорить очень много. Есть друзья из работы, с бывшей, да. Есть друзья... Знаете, есть такая штука. А кто вот пришел в бизнес недавно? Поднимите руку. А кто бы надеялся на тех, кто будет сразу с вами? Вот, ну, вот этот там Коля, там Аня, там еще кто-то. А они с вами здесь? На тех, на кого мы первые делаем ставки, тех людей рядом нет. Скажите, вот почему так интересно? Они, вот знаете, в другой раз как-то достучаться сложно до человека. Ты говоришь ему, ну ты это помог, ну такая штука классная, ты не понимаешь. А я себя, он говорит, да, ага, точно не заработать, да, я знаю. А когда кто-то скажет со стороны, то, слушай, я там взяла эту пилководство, он такой, слушай, мне там так лошадь рассказали. И ты говоришь, штука классная, я говорю, слышишь, что? А я тебе говорила буквально месяц назад, не, не слышал? Ну, ты же понимаешь, ну, в общем. Неважно, люди, которые мы в первую очередь за них надеемся, они почему-то нас не поддержат. Не знаю, может быть, они попозже придут, и, поверьте, есть такие, которые пришли к нам через год, вот, ну, да, в компании год, и они нас выгоняют. Они за нами следят, поверьте, за вами тоже следят.